В связи с предстоящим празднованием православного праздника Крещения в ночь с 18 на 19 января в Туве, как и во многих других регионах нашей страны, пройдут массовые народные купания. Сотни верующих соберутся в эту ночь, чтобы окунуться в освященную воду. В республике ежегодно священный обряд принимают около 2000 человек. Однако при климатических условиях республики погружение в ледяную воду является стрессом для организма. Поэтому к крещенскому купанию следует подготовиться заранее, сообщает Министерство здравоохранения Тувы. Тем, кто собирается окунуться в прорубь, врачи рекомендуют следовать основным правилам. Так, купаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей и медицинских работников. Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в прорубях людей, имеющих проблемы со здоровьем. Центром ГИМС регионального МЧС определено место организации купели для жителей Кызыла. Это традиционно Вавилинский затон реки Енисей в 3 километрах от Кызыла по трассе Кызыл-Карахак. Произведены замеры толщины льда, скорости течения, глубины воды. Лед имеет толщину 65 сантиметров, глубина дна 1 метр 70 сантиметров, течение отсутствует. Всего в республике планируется открытие 4 купелей в городе Кызыле, а также в городе Шиганар Улукхемского района, в селах Торахем Тоджинского района и Хавуакцы Чедихольского района.